Приветствую всех из Одессы. Сегодня 18 июля 2023 года. В Минобороны Российской Федерации озвучили свою версию ночных ударов по нашей области. Там атаку назвали ударом возмездия, судя по всему, за Крымский мост. И заявили, что был нанесен удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы. Также утверждается, что в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Оперативное командование Юг писали про повреждения портовой инфраструктуры в результате сбития ракет, но поражение военных объектов там не подтверждали. Значит, по официальной информации, ни в Одессе, ни в Одесской области прилетов нет. Значит, сбили 6 ракет «Калибр» и сбили 21 «Шахет» у нас над городом, над областью. Взрывов звучало очень много, тревога длилась более 2 часов. Вот. Не знаю, что и как, но я думаю, если бы были прилеты в какие-то нефтехранилища, нефтебазы, то как бы этот момент уже явно бы не скрыть, это валил бы дым на протяжении долгого времени. Я думаю, все прекрасно понимают, что такое горит нефтебаза или нефтехранилище, то есть это клубище черного дыма валят в небо. И это уже никаким образом не скрыть, и в любом случае по сети бы разлетались фотографии, видео с этим сильнейшим пожаром. Такого нету, то есть ни одной фотографии, ни одного видео нигде не публикуется, соответственно, это полный бред, то есть такого не было, это неправда. Вот. Ну, а то, что обломки повредили там и портовую инфраструктуру, это да, то есть об этом заявляли официально. Такая информация, друзья, я на связи. Как будет что-то появляться новое, обязательно буду сообщать. До встречи, пока.